Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Вчера я зашла в новый проект, который находится на предстарте. Называется Grand Finance. Я залила ролик проекта, чтобы мои подписчики и гости моего канала, партнеры также мои будущие, посмотрели, как бы переварили новость и приняли правильное решение для себя. Так выглядит наш проект. Старт проекта состоится 6 сентября 2018 года в 18:00 по Москве. Регистрация уже доступна и совсем скоро откроется активация площадок. Так, здесь вот время показано. Значит, бесспорно выгодные отличия. Уникальный маркетинг. В проекте реализован потрясающий маркетинг собственной разработки. Гарантированный доход. Доход идет со всей структуры без исключения. Автоматизация. Полностью автоматизированная система. Доход на пассиве. В проекте реализованы переливы от системы и кураторов. Инстант выплаты. Все денежные переводы поступают сразу в Payeer кошелек. С этим понятно, так? Далее. Ну, здесь статистика идет. Последние регистрации топ-лидеров. Значит, это все можно просмотреть. Опускаемся ниже и смотрим стоимость площадок. Первая площадка Тринар. Вход в нее 150 рублей. Доходность площадки 49 тысяч. Значит, Тринар за 200 рублей вход. Доходность площадки 65 тысяч рублей. Далее Бинар. Вход 250 рублей. Доходность площадки 16 тысяч рублей. Бинар за 300 рублей. Доходность площадки 19 тысяч рублей. Значит, обращаю внимание. Тринар. Вот две площадки за 150 и за 200. Здесь нужно пригласить под себя 3 человека. Понимаете? А бинар 250 вход и 300 рублей. Здесь всего нужно пригласить под себя 2 человека. С этим понятно, да? Далее. Обращаю ваше внимание. Grand Finance везде. Значит, адаптивный дизайн. Сайт адаптирован под все мобильные устройства. А это значит, что можно с любого мобильного устройства также работать. Компьютер не обязателен. Вот это все как бы посмотрите, так. Ну и здесь тоже 3 простых шага. Регистрация, активировать площадки и получать переводы. Сейчас я вам покажу регистрацию. Значит, смотрите, регистрация очень простая. Вводим логин, Payeer кошелек, email и пароль. Нажимаем регистрация. И обращаю ваше внимание на пригласителя. Если вы будете регистрироваться под меня, у вас должен быть вот такой пригласитель. Вот. Когда я целенаправленно регистрируюсь, я обязательно проверяю пригласителя. Потому что можно улететь незнамо куда. Такое уже было и не раз. Далее. Войдем в личный кабинет. Так вот будет выглядеть наш кабинет. Ну, здесь тоже как бы старт. Вот. Здесь буду у вас я.
И все мои контакты будут точно так же. Здесь маркетинг. Можно посмотреть видеообзор. Здесь часто задаваемые вопросы. Это тоже можно все прочесть. Далее здесь будет отображаться баланс наш. Но он будет только отображаться. Понимаете? Вот этот баланс, то, что мы пополним. А вот это мы заработали. Опять же, он будет только цифры отображаться, сумма. А все денежные средства будут поступать сразу прямиком на Payeer кошелек. Это понятно. Здесь партнерская ссылочка. Нажимаем сюда и появляется ваша партнерская ссылочка. Копируем и делимся с друзьями. Так, далее. Здесь вот это вот главная страничка. Далее. Мои рефералы. Здесь будут отображаться наши партнеры. Вот у меня 3 человека уже пришло. Это вкладочка «Все рефералы». Активные, неактивные. Далее. Здесь у нас будет статистика. Здесь еще пусто. Далее. Баланс. Пополнить, вывести. Ну, вывести, как я уже сказала. Все автоматом будет идти на Payeer кошелек. Здесь у нас инструменты. Промо-материалы. Находятся наши баннеры. Это кто в буксах рекламит, пожалуйста, берите любой баннер и добрый путь рекламировать. Ну, здесь сообщения и новости. Далее. Так. Нажимаем. Вот здесь можно нажать на вкладочку. Или еще можно нажать вот здесь в уголке. Разницы нет. Профиль. Значит, смотрите, наш профиль. Вводим сюда имя, фамилию. У кого есть Skype, ну, телефон, я думаю, не обязательно. Я все ввела, чтобы со мной было легче связаться с моим партнером. Ссылочка на ВКонтакте. В Одноклассниках, ребят, я очень редко нахожусь, но периодически захаживаю туда. Ссылочку, естественно, я оставила. И на Facebook. Ссылочка и YouTube. Нажимаем «Сохранить». И все у нас, как бы наши данные, сохраняются. И здесь уже как бы Skype, электронная почта. Ну и также мои вот все, да, контакты. А здесь вкладочка, если кому надо, изменить пароль. Далее, что у нас здесь? Настройки. Ну, здесь то же самое. А, загрузить фото. Я еще фото не загружала. Вот. Можно сейчас загрузить даже фото. Так, вот такую я себе фотографию загрузила. Другие у меня почему-то не загружаются. Наверное, они не подходят по размеру. Ну, в принципе, вот и все. Вот такой вот проект интересный. Будем зарабатывать. Ребят, на самом старте я знаю на собственном опыте то, что можно очень хорошо заработать. Главное, не зевать. Понимаете? Будут переливы со всей структуры. Вот. На этом я буду заканчивать. Я создала плейлист по этому проекту. Продолжение, естественно, следует. Буду делать видеообзоры и дальше. Как уже сказала, старт будет 6 сентября в 18:00 по Москве. У нас есть скайп-чат по проекту. Все данные я оставлю под видео. Стучитесь, добавлю в скайп-чат, чтобы быть в курсе новостей. На этом буду заканчивать. Принимаем правильное решение. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!